Здравствуйте! Все, кто любит риск, азарт и вообще не прочь пощекотать себе нервы острыми ощущениями. Эта игра для вас. Сейчас мы вновь будем крутить рулетку. За столом 7 человек. Вам предстоит кинуть жребий. Именно он определит вашу роль на сегодня. Пятеро составят мирное население нашего виртуального города, которому придется вступить в борьбу с двумя бандитами. И пусть победит сильнейший. Здравствуйте! Рада приветствовать тех, кто сегодня рискнул сыграть. Сначала мы будем знакомиться. Начинаем с номера 1. Кичигина Ольга. Работаю в библиотеке. Номер 2. Тимофеева Евгения. Работаю в библиотеке. Номер 3. Шелудина Екатерина. Работаю в ЖДЦ ООО «Апатит». Номер 4. Назимова Наталья. Работаю в Тирвасе. Номер 5. Ваня. Люблю активный отдых. Зиму. Работаю на Рунике. Номер 6. Активно готовящийся к сессии студент Надежда. И, наконец, номер 7. Лаксина Ольга, ЖДЦ. А сейчас я забираю у вас ваши имена. Вам остаются только номера. И сейчас здесь появятся карты, вы их разберете и узнаете, какая судьба вам уготована на сегодняшней игре. Итак, карты. Каждый узнал, какая роль ему сегодня досталась. И настал момент надеть маски, потому что у нас наступила ночь. Если вы мирный горожанин, просто спокойно отдыхайте. Если вы бандит, приоткройте лицо и познакомьтесь с напарником. Спасибо, понятно. Маски можно снять, наступил день. И сразу же переходим к обсуждениям. Мне кажется, что бандит у нас номер 3. С чего это вдруг? Как-то очень хитро улыбается. Я и до начала очень хитро улыбалась. Я думаю, что номер 7 бандит. Тоже хитро улыбается сначала. Сильно спокойная какая-то она. Потому что я мирный житель. Да? Да. А я думаю, что номер 6. Потому что до этого она, наоборот, очень улыбалась, и сейчас она не улыбается. Она может быть зачарована. Можно не по порядку, да? Нет, мне кажется, номер 3, потому что долго не снимала маску. И ты либо ты, потому что почему-то ты вдруг так заступился за номер 7. Вот. Это значит, мы вместе, да? Заодно. Я решил в начале игры сразу выдать всех. Ну, я не знаю, для меня что-то все подозрительные. Что-то я даже не могу понять. Прям все такие подозрительные личности. Не, я реально мирный житель. Зря вы так. Честно-честно. Да мы все мирные жители, походу, здесь. Получается, что так? Ну, как-то признается, что... Огромный мирный город. Не знаю, вот номер 1 что-то как-то подозрительно... смотрит. Вот все подозрительно смотрят. Она сидит и думает, зачем мне эта карта с пистолетами? Не надо, не что, надо. За что я мирный житель? Не-не, номер 6 по-любому. Это мне кажется, наоборот, номер 6. 6? Да по-любому 6. Не, 7. Больше, чем уверена. Мне кажется, либо 3, либо 5. Нет, я тоже 3. Не, вот за 3, думаю. Ой, зря, 7, ой, зря. За вот 1, 7, да? 7 и 3 получается. Это, мне кажется, тогда номер 2. Почему она меня считает... Баш на баш, да? Да. Что это на меня? У нас так же получилось. Что это вы на меня? Да просто. А я не просто, заметили? А большинство начинаешь оправдываться. Правда, зря. Я говорю, что я мирный житель. Что пристали-то? Я тоже мирный житель. Почему нет, вы на меня не подумали? Ну, потому что по-другому руки положила. До этого у тебя были совершенно... Кстати, очень невнимательно. Я так и сидела. Нет. До этого они были у тебя вот так как-то все время. А сейчас ты вот так положила. Типа вот, смотрите, я четко мирный житель. Тут главное... Сейчас главное никому не попить воды. А то сразу, я знаю, кто я. Все. Нет, я тоже мирный житель. Потому что... Да и точка. Да, потому что я мирный житель. Ну, если уже все сказали, тогда я предлагаю переходить к голосованию. И начинаем с номера 1. Я за номер 3. Почему? Ну, вот какой-то изменился взгляд, какая-то хитринка появилась. У меня по жизни хитринка в взгляде. Номер 2. Я думаю, что все-таки номер 7. Потому что мне так кажется.
Номер 3. Номер 6. Я сказала номер 6, значит номер 6. У меня номер 1, потому что я как раз обратила внимание, когда она взяла карту. У нее очень был загадочный вид такой. Нет, мне кажется, я нервно кажется. 1 и 7. Вот мне что-то кажется, они в парочке. Нужно выбрать кого-то одного. 1. Номер 5. За первым кругом я что-то не очень определился и просто солил голос на номер 4. Я голосую против 7-го, потому что у меня есть подозрение на 5-й. И мне интересно, почему он, ну, вот так вот защитил, так скажем, номер 7. Поэтому я против номер 7. И, наконец, номер 7. Мне кажется, что это номер 6, потому что она слишком стала... Нет, не потому что ты из-за меня. Потому что слишком рьяно начала оправдываться. Итак, вы сделали свой выбор. И у нас сложилась ситуация, когда двое игроков набрали одинаковое количество голосов. Это номер 6 и номер 7. Сейчас они в голосовании не участвуют, а остальным придется сделать выбор еще раз. Кто жаждет крови номера 6? Поднимите маски. 3 человека. Кто за убийство номера 7? 2 человека. Итак, вы свой выбор сделали. Номер 6, вы убиты. Сейчас мы узнаем, кто же вы на самом деле. Карту на стол. Потом можете что-нибудь на прощание сказать оставшимся в живых. И уходя, одному из них отдайте свою карту. И так будет делать каждый, кто нас покидает. В конце игры тот, у кого окажется большее число карт, вернет обратно свое имя и получит право участвовать в финальной битве. Я мирный житель. Я считаю, что в данном случае это номер 7 и 5. Я мирный житель. Кому вы отдаете свою карту? Я отдам номеру 2. Ну, просто поддержу вас. Спасибо. Прощайте. Всем остальным пора надеть маски, потому что у нас наступила ночь. Если вы мирный горожанин, спокойно отдыхайте. А двое бандитов приоткрывают лица и договариваются, выбирая свою мишень. Я начинаю перечислять номера игроков по кругу. Бандиты подают мне знак, куда они посылают пулю. Итак, номер 1. Номер 2. Номер 3. Номер 4. Номер 5. Номер 7. И теперь мне знак подает доктор. Кого он хочет попытаться спасти? Номер 1. Номер 2. Номер 3. Номер 4. Номер 5. Номер 7. Понятно. Снимайте маски. Наступил день. Торговый центр «Пингвин». Высокотехнологичные товары для дома и офиса, спорта и отдыха. Широкий ассортимент мобильных устройств связи. Все для удобства клиентов. Доставка товаров на дом, поставка под заказ, беспроцентные рассрочки, возможности мгновенного подключения и оплаты услуг мобильной связи, собственный сервис-центр. Мы не обещаем сказочных подарков завтра. У нас уже сегодня волшебные цены. Центр бытовой электроники «Пингвин». Товары самого высокого качества от известных брендов. Ночью бандиты стреляли. Однако у мирных горожан есть доктор. Только он мог спасти жертву гангстеров от пули. Если он выбрал того же человека, что и преступники, значит, кому-то крупно повезло, и счастливчик останется за столом, при этом даже не узнав, что был на волосок от гибели. Если же лекари и бандиты выбрали разных людей, значит, план спасения провалился, и убийство произошло. Снимайте маски. Наступил день. Я могу вам сообщить о том, что... Номер 3. Вы убиты. Карту на стол. Можете попрощаться и отдать кому-нибудь вашу карту. Подумайте, прежде чем это сделать. Ведь именно тот, кто накопит большинство карт к концу игры, и станет победителем. Я мирный житель. Запомните все, я никогда не вру, я мирный житель. Что хотите сказать на прощание? На прощание?
на прощение. Да все хорошо, конечно. Наверное, пятый номер все-таки будет тогда бандитом. Кому вы отдаете свою карту? Карту я свою отдам первому номеру. Первый номер принимайте. Прощайте. Все остальные могут продолжать обсуждение. Начнем. Давайте. Давайте обсудим, как я защищаю номер 7. Да. Это будет та самая актуальная тема. Нет, нет, я хочу сказать, что я на пятый совсем не думаю. Честно и больно, глаза нет. Ну вот сейчас я начинаю подозревать номер 7. Что-то она замерла. Что-то тут не так. Что-то она замерла. Да, по приходу были эмоции, так все было. Да, ты что-то успокоилась, расслабилась. Я понимаю, вам не нравлюсь я. А может наоборот? Я хотел сейчас сказать, но опять получилось бы, что я заступился, и не, я лучше промолчу. Ну, ну давайте мы послушаем все-таки номер 5, дадим ему слово. Ну, я не знаю, я опять же как-то в смятении, все как-то очень спокойно себя ведут, несмотря на то, что первый раз играют, и как-то трудно определить, кто что, ну, не знаю. Все как-то, все на меня сейчас смотрят. Ну, потому что ты говоришь. Ну, понятно. Не, потому что как-то все подозрительно смотрят. Поэтому да я... Что ты все со своим номером, блин. Я же говорю, просто слить надо было голос, и все. Я не это знал, была кто. Я. Да, ты просто зацепила. Рядом. Ты по правую руку, и все, все удобно. Мне кажется, что бандит номер один. Почему? Ну, вот, я, допустим, всех окружающих вижу, все напротив меня, а вот здесь какое-то чувство... Угол обзора плохой. Да, аура, напряжение, аура. Да. Нет, я мирный житель. Она очень мирная. Мирная жить. Не знаю, у меня тоже все-таки какие-то ваши особи. Номер один, да? Что-то там, да. Еще вам повезло, карточки вам иммунитеты дали еще. Не впарили вы случайно? Мы впарим, мы всегда впарим. Да, да, да. Все работают. Начитанные, и причем им иммунитет. Вы заблуждаетесь, я вас уверяю. Потому что... Почему всегда седьмой номер указывается? Что седьмой номер... А я хотел сесть на седьмой, но нет. Не потому что ты молчишь, и ты даешь это что-то хорошенькое, что на тебя подозрения не пали. Почву, да, как раз вот. Я наблюдаю. Ну вот мое мнение, номер один бандит, точно. Заблуждаешься. Как-то у вас так мило получается сегодня. Мое мнение номер 7. Вы все так думаете? Я думаю, что 7, да. Я слишком спокойна, чтобы быть бандитом. Мне кажется, я вас хладнокровие, хладнокровие. Как тебе кажется? Что, мне кажется? Да. Я думаю, первый номер. Почему-то как-то она все на седьмой. Или они в паре вообще. Я выиграю, слить ее. Я думаю, что, может быть, они специально друг друга перекрывают. Может быть, может быть. Как-то было, я видел. Как-то договорились, как-то, не знаю. Чтобы подозрения не падали. Глупо убеждать вас. Не, почему глупо? Вы можете сейчас друг на друга, в итоге, когда пойдет голосование, выбрать абсолютно других мирных жителей. Ну вот именно сейчас начнется голосование, и мы узнаем, кто на кого покажет. И мы начинаем с номера 1. Я за номер 7. Почему? Ну вот какой-то вот тихо сидит так вот, больно. Номер 2. Я тоже думаю, что это номер 7, потому что она сидит спокойно довольно-таки. Скорее всего, чтобы себя не выдать. Я за номер 7. Номер 4. Номер 1. Я не отойду. Все-таки она мне подозрительна. Носит напротив меня, и мне кажется, она меня уже убила. Несколько раз. Да. Номер 5. Мне кажется, тоже номер один, потому что вот именно, что вот они перекрывают 1 и 7, друг на друга начинают. И, наконец, номер 7. Номер один, повторюсь. Объясните. Ну, потому что вот все предполагают, что мы в паре 1 и 7. Смысл мне, допустим, голосовать за другого какого-то человека не вижу. Команда вынесла решение и отдала свою пулю номеру 1. Вы убиты. Покажите карту. Очень меткий выстрел. Вы убили доктора. И теперь остались без медицинской помощи. Кстати, удивительная интуиция у бандитов. Вторую игру подряд им удается вычислить доктора и убрать его. Итак, ваши прощальные слова. И не забудьте отдать свои карты. Ведь именно их количество дает шанс получить обратно свое имя и вырваться в финал. Мне очень жаль, что вы остались без помощи. Вам меня будет не хватать.
Какие-то подозрения? Ну, не знаю, я не отойду, все-таки номер 7. Ну, больно хитро, вот тихо сидит, ну... Потому что они мирно жили. Ты не зря говорила всегда. Кому вы отдаете карту? Свою карту я хочу отдать номеру 4. Ой, спасибочки. Ну, всем удачи. Прощайте. За столом осталось четверо. Двое мирных и двое бандитов. Настало время выложить карты на стол и узнать, кто есть кто. Вскрываем карты. Что показывать? Я так и знала. Вот они, наши двое бандитов. Номер 4 и номер 5. И сейчас оставшиеся в живых мирные горожане должны определиться и отдать свои карты либо номеру 4, либо номеру 5. Делаем выбор по порядку. Номер 2. Ну, я, наверное, отдам номер 5. Номер 7. Я тоже отдам, наверное, отдам номеру 5, потому что он меня защищал. В чем-то есть плюс. Да, все преимущество. Спасибо. Пожалуйста. Номер 4, сколько у вас карт? 3 карты. Номер 5, сколько у вас карт? 4. 3 карты у номера 4 и 4 карты у номера 5. Совершенно очевидно, что победителем сегодняшней игры является номер 5, который вновь обретает свое имя. Его зовут Иван, и его мы увидим в финале. До встречи! Сегодня горожане вновь проиграли. Расчетливым бандитам удалось подстрелить доктора, сделав горожан абсолютно беззащитными. И счет теперь 4-1 в пользу преступников. Неужели мирное население не сможет прервать эту череду побед? Время покажет. А через неделю снова придут 7 человек, отдадут мне свои имена и будут испытывать судьбу. Ведь мы вновь раскрутим рулетку. Скоро увидимся!